Привет всем аквариумистам! У меня опять пополнение. Сегодня я с работы пришла. И принесла вот такую вот пластиковую емкость. И очень вовремя я увидела, что у моей самочки пицилии Blue Coral. Как бы вот у нее возле анального плавника такое... как утолщение, что ли. В общем, было похоже на то, что она уже мечет мальков. Мальков в аквариуме я не нашла. И я ее просто посадила сюда, в эту баночку. Ну и забыла на час. Потом, когда вспомнила, смотрю, уже малечки плавают. Думаю, ну не прогадала, значит. Значит, не показалось и такими-то от мальков. Но вот пока она у меня сидела в этой банке, она вроде как метала. А когда я ее в этот отсадник специальный пересадила, то что-то она стрессует и не хочет метать дальше мальков. Я не знаю, пересадить ее обратно в ту емкость, может быть, не знаю, как сейчас поступить. Или просто оставить ее здесь сейчас в покое, а то я сижу, наблюдаю, мне хочется поймать и снять это на видео, этот процесс, хотя бы одного малечка. Вот здесь... мне показалось, что пицилия хочет съесть своего малька, но, как потом выяснилось, это была недоразвитая икринка, вот, а мальков она не трогала. И все-таки мне удалось пару раз снять на видео сам процесс, как пицилия мечет мальков. Вот это был первый раз, когда мне это удалось сделать. Вот, как-то это долго у нее так не получалось. И здесь из-за растения немножко и ракурс, она так развернулась, что не совсем удобно было это все увидеть. Но во второй раз там немножко дальше в видео уже хорошо это все будет видно. Вот вы можете сейчас видеть, как малек появляется на свет. Очень интересное рождение новой жизни. Вот он сейчас поплывет. Немножко из-за растения плохо видно. Вот он поплыл, новорожденный малечек. Вот здесь очень хорошо видно, как выглядит рожающая самка, какое у нее брюшко, какой формы, такой более прямоугольной, квадратной, угловатой формы. И вот сейчас она нам покажет, как это все происходит. Вот сейчас появится новый малечек. Оп! И поплыл. И он уже сразу старается плыть. И здесь так интересно получилось. Он, наверное, пытался достигнуть поверхности воды. Но получилось так, что он улегся прямо на спинку своей мамы. Так интересно. Вот такое вот чудо. И сейчас будет повтор. Я сделала этот же отрывок в более замедленном воспроизведении.
Вот такое чудо рождения мы могли видеть. В следующих видео я постараюсь показать и рассказать, как я выращиваю своих мальков, чем я их кормлю, как я за ними ухаживаю. Так что видео еще будут. Подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания.